Друзья, всем привет! Вы на канале о часах Fill Time. С вами, как всегда, Станислав. И сегодня я рассмотрю с вами часы из кинофильма «Интерстеллар», а именно швейцарские часы «Хамильтон Хакефилд Мёрф». В фильме играет один из моих любимых актеров Мэттью МакКонахи, главный герой которого отправляется в космос для поиска новых, пригодных для жизни земель, в то время как планета Земля умирает. И как раз перед полетом в космос он оставляет своей дочери по имени Мёрф часы «Хамильтон». Я, честно, уже не помню конец, да и спойлерить будет не камильфо, но эти часы сыграли важную роль в финале кино. Поэтому предлагаю вам посмотреть фильм, если вы этого еще не сделали, я также по возможности освежу его в своей памяти, а пока мы рассмотрим саму модель. Корпус часов сделан из нержавеющей стали и имеет классическую военную стилистику. Бока и верхняя часть ушек сатинированы, а рант и тыльная сторона заводной головки зеркальной полировкой. Корпус выглядит максимально простым, но дизайн при этом хорошо узнается. Плюс эту модель ярко выделяет кожный ремешок с необычным холмом на стыке с корпусом. Ремешок аккуратно прошит бежевой ниткой, очень приятный на ощупь и имеет достаточно мощную классическую застежку с гравировкой бренда. Часы достаточно крупные, диаметр составляет 42 мм, от ушка до ушка 51 мм, 10 мм толщина и вес 78 грамм. И вроде бы размер 42 мм не такой уж и большой, но на моей руке 18 см в обхвате я ощущаю часы достаточно крупными. Мне хотелось бы размера меньше. И, как оказалось, на самом деле есть такая же версия, она с диаметром корпуса 38 мм, да и цена на несколько тысяч гривен дешевле. Поэтому Хамильтон дают возможность носить эти часы как мужчине с крупным, так и с более мелким запястьем. Циферблат, на первый взгляд, так же как и корпус, выглядит очень просто, но сделан он со вкусом, да и в целом хорошо подчеркивает стилистику военных часов. Здесь достаточно острые стрелки, шприцы, как еще некоторые их называют, 12-часовая шкала с арабской разметкой и детальная минутная разметка по краю циферблата. То очень важно, что на секундной стрелке вы найдете точки и пунктир, и это прямая отсылка к фильму «Интерстеллар». В данном случае азбукой Морзе написано слово «Эврика». Я даже не знаю, насколько мне получится вам это показать. Через заднюю крышку часов можно видеть механизм собственного производства Хамильтон с калибром H10. У этого механизма огромный запас хода 80 часов. Водозащита модели составляет 100 метров, что достаточно приятно для милитари часов, плюс сапфировое немножко выпуклое стекло. Антиблик не заявлен, и я его, собственно, здесь не вижу. Стоимость этой модели в нашем интернет-магазине FillTime составляет на сегодня 43 660 гривен на версию в корпусе 42 мм и 40 190 гривен на более миниатюрную версию в диаметре корпуса 38 мм. В целом хочу сказать, что поклонники стиля останутся однозначно довольны. Часы максимально простые, но сделаны качественно, плюс имеют приятные отсылки к фильму. К тому же они не просто были на руке главного героя, а сыграли еще и свою роль в кино. Поэтому это те часы, о которых вы всегда можете поговорить, а это всегда приятно. У нас же вы покупаете только оригинальные часы Хамильтон с официальной гарантией 2 года. Ссылки для покупки я оставляю в описании к этому ролику. А на этом у меня все. С вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока.